Кубка Ассоциации Белорусский альянс национального спорта в программе «Стандарт» завоевали Никита Шерла, Екатерина Бубенова, город Минск. И, дорогие друзья, давайте приветствовать победителей. Победители Кубка Ассоциации Белорусский альянс танцевального спорта в программе «Стандарт» 2024 года. Первое место. Александр Тишук, Арина Болдык, город Минск. Громкие аплодисменты, поздравления всем финалистам, призерам, особо теплые аплодисменты и поздравления победителям. Приятно, что сильнейшие пары страны сегодня вышли на паркет Дворца спорта для того, чтобы посоревноваться на Кубке Ассоциации. В третьем отделении, напомню, нас ждет еще Кубок по латиноамериканской программе. Но сейчас поздравления, аплодисменты и заключительное памятное фото на пьедестале почета соревнований на Кубок Ассоциации Белорусский альянс танцевального спорта. Благодарим пары, благодарим зрителей. На этом второе отделение завершено. Спасибо всем, кто был с нами днем. И в 18:00 старт третьего конкурсного.